А вот еще одна кровавая история. Я помню, слышал ее со сцены. Рассказывала женщина из Казахстана. Она говорит, что была спортсменкой известной. Стреляла. Потом познакомилась красивым молодым человеком, вышла за него замуж, родились два сына. И все было так замечательно, а потом она заболела. У нее была такая сложная болезнь, называлась неспецифический, я помню, язвенный колит. У нее в кишечнике было множество язв. И она, в общем, страшно, дико страдала. И год, и два, и три. И ничего не проходило. Два маленьких сына и муж, который водку пьет. И однажды муж сказал ей, говорит, как ты мне надоела со своими болячками, хряснул дверь и ушел. И вот она осталась с двумя мальчиками. Работала дворником, в прачечной, на трех работах. И при этом болела. А потом познакомилась случайно с людьми, которые ей рассказали там о каких-то замечательных продуктах. Денег не было, она взяла в долг, мама ей помогла взять долг, и она стала использовать эти продукты. А потом подписалась дистрибьютором и начала пытаться зарабатывать деньги. Она говорит, я была настолько отупевшая от лекарств, настолько бедная, настолько нифига не соображала, как все это работает. Я ходила, как старая тетка в вязаной кофте, и конючила у спонсора, спрашивала его все время, почему у всех все покупают, а у меня нет. И он говорит, от меня прятался, однажды подошел, взял меня за шиворот. Подвел к зеркалу и говорит, посмотри на себя, на кого ты похожа, кто у тебя что купит. И вдруг я увидела жалкую, толстую, страшно одетую женщину с выпученными глазами, страдающую и переносящую свое страдание на всех. И этим самым отталкивая от себя всех, кого только можно оттолкнуть в своем окружении. И я вдруг осознала, благодаря спонсору, что если так будет дальше, то у меня шансов нет. Я не выберусь из этого состояния. Много раз с веревкой поглядывала наверх, куда бы ее забросить. Но мальчики росли. Она говорит, например, я помню, Новый год, в Минске, 31 декабря, вечер, 5 часов вечера, и мой сын прибегает с улицы, весь в снегу, и кричит, мама, мама, давай меня скорее раздевай. Сейчас Дед Мороз придет, ребята на улице сказали, что он ходит, подарки раздает. Давай скорее, я не готов. А у меня, говорят, 10 рублей в кармане. 10. И накрыть на стол нечего вообще. И я, как помню, я пошла в магазин, оделась, пошла с этими 10 рублями, купила шоколадку, разломала ее напополам, завернула в бумагу, в красивую, намотала, нашла какую-то, и положила под елку 2 куска шоколада для моих маленьких сыновей. И так мы праздновали Новый год. А потом постепенно, день за днем, шаг за шагом, человек за человеком, она стала преображаться внешне, стала соображать, посещала всякие тренинги, ездила на всякие школы, работала, плакала, работала,
хватала за рукава своего спонсора. И говорит, а сегодня у меня младший сын учится в Англии, у меня свой собственный дом. И я живу с мужчиной, который является лучшим культуристом страны. У меня дом в бассейне, ну, короче говоря, вот так. Превратиться из толстой, больной, отупевшей от лекарств женщины с пустыми глазами от горя, бьющейся в судорогах за жизнь своих детей и свою собственную, превратиться в бизнес-вумен, зарабатывающую десятки тысяч долларов в месяц, построившую организацию и сделавшую саму себя. Такие приключения только в сетевом бизнесе бывают. А сколько таких историй? Сколько таких историй? Вот эти истории и есть самое ценное. Когда мне было очень хреново, вот эти истории приводили меня в состояние боевой готовности в очередной раз, и снова я шел и что-то там делал. И вот так я продержался. Ищите книжки. Сейчас, слава богу, интернет, сейчас YouTube, сейчас море всяких разных историй. Заводите себя до страшного состояния. Размахивайте перед собственным носом своими целями. Одевайте очки, протирайте глаза и смотрите, как живут ваши дети. Посмотрите, во что одета ваша жена и почему она заглядывает в секонд-хенд. Посмотрите, что ест ваша мама. Возбуждайте себя на работу. Я знаю, 100% точно знаю, тот, кто действует, кто продолжает, кто рассказывает людям о своем продукте, о своем бизнесе, тот обязательно преуспеет. Таков сетевой маркетинг. Удачи вам!